Итак, друзья, я хочу показать вам упражнение, которое я делаю по утрам. Оно что дает? Во-первых, дало подвижность в позвонках и улучшение работы. Конечно, я не ставил перед собой задачу стать йогом. У меня была другая задача. Мне нужно, чтобы боли в спине не было. Ну вот. А одновременно это упражнение дало такую интересную особенность. Да, но и подвижность суставных поверхностей, она тоже улучшилась. И живот, он подтягивается, потому что хотим мы этого, не хотим, мышцы живота напрягаются. Ну и те, кто из моих знакомых выполнял это упражнение, у них, во-первых, у кого-то была диастаза, диастаз начал уходить, потому что тренируя это все следующим образом, оно помогало как бы тренировать мышцы, то есть постоянно поддерживать их в каком-то определенном тонусе. Посмотрите, как это, тем более это для ленивых, наверное. Мы все же ленивые. Утром проснулся, сел на кровать, и вот первое действие, начинаешь вращать. Вот, посмотрите. Вот сколько вам лет, примерно столько движений, и вы выполняете. И вот поработали в одну сторону, а теперь в другую. Можете еще движение животом этот подприжать. И что, к чему это привело? Вот представьте, с 2018 года я начал это делать, я почувствовал улучшение. То делал от случая к случаю, потому что была проблема с позвоночником после той автомобильной катастрофы, которая была, потихонечку, а потом понял, что это дает мне освобождение от боли. И вот если представьте, что если каким образом начинает работать грудная клетка, видите, подвижность ее. Естественно, легко достаешь пол, если потянулся, не сгибая колени. Видите, то, чего раньше у меня не было. Благодаря тому, что, казалось бы, в день, утром проснулся, сделал, так как мне 72 года, 72 движения в одну сторону, в другую сторону. И вот вам поддержание нормального здоровья. Я считаю, что, естественно, легкость походки. И ведь чем определяется старость? Ступеньками. И ты понимаешь, что ступеньки для тебя – это радость, а не старость. Так что, ребят, если даже если у вас не получается, начните с чего-то. И вы заметите, что амплитуда движения возрастает. Здесь можно дополнить серию других упражнений. Помните? Такое движение головы. Но это уже для более одаренных. Ну, такие упражнения. Попробуйте.